говоришь, что нужен дешборд, и я сейчас понимаю, что эти доработки не вкладывают, в принципе, в те доработки, которые мы хотим. Давайте так, я сейчас пока все, что хотел сказать, я сказал, дальше я... Немножко отойдут глаза, слишком ярко. Во-первых, хотел поздравить всех школотронов, сегодня 1 сентября, День знаний. Надеюсь, вам нравится этот праздник, в кавычках. Я помню, как на 1 сентября ходил, единственное, что мне было интересно посмотреть, как мои одноклассники вымахали. Ну, чуть-чуть потрещать, но дальше все, мне уже это все надоедало, буквально через тройку дней. А второе, мы сейчас едем с Катюшей в салон М1 Volvo, который находится в районе Краснознаменска. Там мы сделаем процедуру по адаптации камеры. Блин, ты снимаешь так? Я все время щурюсь. Они сказали, что гарантию не дают, потому что у разных стекол бывает разная там кривизна, какие-то такие параметры. Но надеюсь, все получится. Кстати, обязательно напишите в комментарии про 1 сентября, что вы чувствовали, когда шли. Потому что многие... Нет, не хотели. Вставь этот видос. Помнишь? Вставь этот видос. Да всего лишь 11 лет. Пойдем. Всего 11 лет, пойдем. Нет. Всего лишь 11 лет. Я хочу, я в школу. Почему не берешь? Я не умею. Почему не хочешь? Потому. Почему? Не умею писать. Так тебя научат. Уроки будешь делать каждый день. Вот если ты вырвешься, ты упадешь на асфальт. Пацан, не советую. Третий год, четвертый год учусь. Погнали. Как я сяду? Тут же столбик. Андрюшка, давай ты чуток отъедешь, и я сяду, а то тут столбик. Блин, фокусируется на мне, на отражении. Ну ладно. Ребят, я ведь не записывал, ну, дня три, наверное, потому что у тебя была проблема с зубами. Расскажи вообще вот о той эпопее. Ой, ребят, я отдельное видео хочу записать про свои зубы. Ну, чуть-чуть мне. Чуть-чуть? Все плохо. В общем, не буду говорить, что точно прям из-за ошибки врачей, но есть такая вероятность, что мне плохо запломбировали каналы, когда удалили нервы. И теперь у меня образовалось сильное воспаление, и мне это все нужно лечить. Если получится вылечить, я буду очень рада, мой зуб сохранится, он сверху, пятый, как бы в зоне улыбки он виден. А если не поможет лечение, то мой стоматолог сказал, что, возможно, придется удалять. Я очень сильно расстроюсь, если я потеряю зуб в зоне улыбки. То придется сколько-то месяцев ходить без зуба, чтобы вставлять туда... Как это называется? Имплантант. Да. У меня один есть внизу. Самое интересное, ну, естественно, я никаких фоток не вставлю. Это, конечно, было бы очень угарно. Сейчас уже, вот, ну, вспоминаю. Катюха, как этот был, бурундучок у него. Я вот так это вот покажу в своем видео. Щека вот так вот распухла. Очень сильно меня раздуло здесь, ну, да. Сейчас мы с улыбкой говорим. Первый день было не очень смешно. Я стараюсь не Слушай, улыбаться. Я тебя поддержал. Тебе надо ту фотку тоже вставить. У Катюхи вот такая щека была, и чтобы Катюхе не было так обидно, я взял ватные диски, набил себе под щеку, прихожу к ней, она улыбается вот так. Мне больно было улыбаться. Ну, смешно же выглядело. Мне до сих пор больно улыбаться, потому что у меня здесь подробности. Ну, короче, у меня там разрезана десна, вставлен дренаж, и из-за этого мне очень больно вообще мимикой, вообще щеками двигать, улыбаться, говорить, вот, поэтому я стараюсь не смеяться. А если смеюсь, то это делаю так. И это, кстати, причина, почему я не снимал, потому что, в принципе, ну, в таком виде, да, себя показывать не очень хочется. И, да, конечно. Я себя сфотографировала и записала просто под кадр на свою камеру, как я выглядела, когда была бородачком. И когда я закончу все вот эти дела с зубами, а это, возможно, будет длиться еще полгода или год, неизвестно, я обязательно засниму прям полностью, не влог, а вот именно полноценное видео, посвященное зубам, и расскажу вам с детства и до 20 лет, может, даже до 21. И кто-то очень саркастично в комментариях писал про то, что вот зубик болит, бедная Катюха. Если бы вы знали все детали, как Катюха мучилась и что у нее происходит, вы бы, наверное, не смеялись. Не будем о грустном, сейчас самая сложная стадия преодолена. А, еще хотела сказать, люди, которые писали, что мне надо есть творог, там кальция не хватает. Ребят, это генетика. Там написал один мужчина, то, что вот
типа, мне 50 лет, я никогда не лечил зубы, все свои, все здоровые. Я очень за вас рада, правда, хорошо, что у вас такая клевая генетика, вам правда повезло. Но мне не так повезло, у меня с зубами как бы не все прекрасно, и приходится посещать стоматолога. Слушай, у меня тоже есть знакомая, у нее просто крошатся зубы, слабые. Да. Как бы она ни чистила, как бы ни ухаживала, вот сыпется и все. И в этом никто не никакой не творог ничего не поможет. Хоть обпейся витаминами. Давай просто снимать влог, кайфовать. Давай. Едем в Серджио, возьмем кофейку, откроем окна и будем ехать и ловить дуновение теплого ветра, потому что сейчас машина вообще тридцатку пишет. Кстати, да, сегодня у нас так тепло. Вообще кайфовое. 1 сентября в прошлом году, я помню, было 12 градусов. Вчера и был дождик. Да. Что вчера? Ну, вчера вечером мы катались, было так, ну, прохладненько достаточно, и я думала, то, что, ну, все, завтра школотроны пойдут на учебу, по-любому они будут это в курточках, как в том году. Ну, нет, сегодня прям тепло. Очень тепло, очень тепло. Спасибоньки. Чизбургер еще сюда взяла, да? А? Чизбургер взяла? Да. Ну, правильно. Хоть аппетит у тебя вернулся. На самом деле не особо хочу, но так как я съела один блин, обычный, без мяса, просто блинчик, а сейчас уже полтретьего. И тебе надо еще антибиотики, ну, как бы выпить. Надо поесть что-нибудь. Держи. Карточку я здесь, наверное, оставлю, да? Учит в школе. Берем, прибавим два, по слогам читать слова. Учит в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учит в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учит в школе. Приехали в автосервис, я уже сдал автомобиль. Мне сделают адаптацию камеры, я об этом уже 100 раз говорил. И еще пару деталей мне полирнут, ну, хоть как-то что-то до покраски, чтобы она не так ужасно выглядела. Сейчас полазим по китайским машинам. Джили, Черри, что-то там еще есть, потому что нам больше часа ждать. Катюх, пойдем в салон. Там и прохладненько. Я вообще в китайских брендах не разбираюсь, но что удивило, эта машина, написано, что расход у нее от 0,8 литров на сотню. И на полном баке зарядки около 1250 километров. Skywell. А она тоже закрыта. Экономно. Я хотел багажник посмотреть, и как там внутри. Ну тогда. Мы садили уже с тобой в такую, там она стояла. Точно такая же. Разве? Да, там смотри, видишь, вот тут открывается штучка, бардачок. Все, берем? Да. Ага, только цена такая, конечно. Черри Ариза 8 Ultimate, 1.6 турбо, 186 лошадей, 3 миллиона 609 900. Серьезно? Без всяких скидок. Да, почти 4. Не, она симпатичная, похожа на Тойоту. Да, мне очень нравится. Но возьмем Ладу Савита. Конечно. Просто. Чуть-чуть. 22.08. Пригласил свою бэйбочку на свидание в Ростикс. Хотел сказать KFC, пока не привык. Чистенькая, красивенькая. Ой, а у меня здесь еще что-то? Да. Прикол. А это откуда? Не, вмятина была, вот это и вот это, а вот этого будто бы не было. Прикольно. Узнаю новые подробности. И там-то в Липутске страшные. Страшные? А их будто бы не полировали. Слушай, что-то у меня вообще вся машина в круг просто, блин. Кто меня все время задевает, а? Скажи, пожалуйста, женщина. Вот это меня, конечно, расстраивает. Ну да ладно, будем потом разбираться. Так, ребят, я сейчас ее буду забирать, а из китайцев машина, которая мне понравилась, это вот эта Ariza 8 Cherry.
прикольный седанчик, похож на Тойоту, симпатичный. Там вот есть панорамка, внутри она тоже такая интересная. Выяснилось, что по семейным обстоятельствам мастер, который должен был все это полирнуть, он просто куда-то свалил. Ну ладно, ничего страшного. Но самое главное, что теперь в машине нет ни единой ошибки. Покажи, потому что мне уже достали они. Каждый раз, когда я включаю машину, приходится нажимать на руле окей. В итоге вся процедура мне встала в 1540 рублей. Вообще недорого. Ну ладно, я уже потом, не знаю, в этом месяце. Не, наверное, в следующем уже. Сейчас не хочу тратить. Я так столько денег на машину, да, потратил. Угу. Буду заниматься коцками. И все это там полирну, хоть, ну, чтобы не так стрёмно выглядело. Тебе еще нужно сделать этот подкрылок, или как он называется? Да, это я закажу деталь. То, что разодрано. Да, потому что снег потом будет скапливаться, надо до зимы это сделать. Да, да. Поэтому все сделаю, и я, главное, доволен, что сейчас машина чисто технически, не визуально, а в идеальном состоянии. Масла, все фильтры, исход-развал, все ошибки, лобовуха чистая, офигенная, и все системы вот этой помощи работают. Это прям вообще просто кайф. Я доволен. И плюс нам еще ее немного помыли сверху. Не так хорошо, как на мойке, конечно. Угу. И внутри тоже, видишь, да? Угу. Ну, я по коврику заметила, то, что, ну, блин, так темно, ничего не видно. То, что коврики пропылесосили, ну и снаружи, естественно, помыли. Немножечко в пробку попали. Максимальное количество кислорода. Мы взяли примерно 23, а затем... Самое главное, не шуршать микрофоны. Хорошо? Запомнишь? Сегодня погода в субботу как назло испортилась. Вчера так замечательно было. И как по закону подлости. Мы выехали с Катюхой на ЦКАД. Я проверяю, как сейчас работает камера. Потому что вчера мне ее адаптировали. Сейчас мы едем 108. Включил ассист-контроль. Хочется несколько километров проехать и удостовериться, что все работает хорошо. Я потом вообще в целом отдельный видос запишу про лобовуху, про эту адаптацию. Потому что я уверен, что таких запросов много. По крайней мере, вот я когда гуглил, форум, блин, ветки завалены. Что делать? И говорю, я вот нашел то, что инструкцию, да, позвонил в компанию, которая там была в форуме. Это, конечно, удача, успех. Потому что многие дилеры вообще мне отказывали в обслуживании. Типа, у вас стекло не оригинальное, идите в жопу. Но вот сейчас мы уже проехали где-то 4 километра, все отлично. Я очень доволен. 1500 рублей все удовольствие, это 1540, да, по-моему, если не ошибаюсь. Вот там еще у нас впереди фура, я хочу проверить, воткнется он в нее или нет. Ну, я имею в хорошем смысле, и снизит скорость. Сейчас вроде все нормально, едет 108, тут можно 110, надо, наверное, прибавить. Вот я сейчас 128 врублю. Вот, видишь, у меня, смотри, она начинает разгоняться. Сейчас посмотрим, как она будет работать. Но она уже начинает видеть эту фуру. Сейчас начнем тормозить. Вот, начала. Вот скорость уменьшается, 120, 118. И если я сейчас поворотник левый включу, вот, она мне даст обогнать. Оп. Да, и снова включил ассистент контроль после того, как увидел полосу. Вообще супер, все работает. Вообще огнище, я так радуюсь, просто неимоверно. Хоть и не часто пользуюсь этим, но мне все равно добавляет это спокойствие. В случае, если я где-то зазеваюсь в пробке, как тогда у нас была история, я с Катюхой болтаю, впереди газелька, и я что-то затупил, она хоп, тормознула. И, по сути, предотвратила въезд в нее, потому что я на тебя засмотрелся. Вот. Лучше пусть работает. Ну и, естественно, в автопутешествиях я только с ним и езжу. Особенно, когда сложные условия в виде дождя, тумана. Это прям очень выручает, потому что, если что, оно тормознет. А человеческий глаз, реакция, ну, не сразу сработает. Блин, круто. Ну, на ЦКАДе очень удобно, конечно, проверять эту систему. Потому что вчера мне не получилось толком ее проверить. Были пробки, медленно все. Ну, в общем, немножко не то.
Вот, вот такие дела. Хотел в целом вообще сегодня записать обзор про тачку. Я его уже второй год обещаю, сделаю отдельный видос. Надеюсь, вам понравится. Расскажу про тачку в целом, что нравится, что не нравится. На самом деле у меня и минусов, так и каких-то претензий нет. Но все равно людям интересно, от чего я кайфую. Попросил Катю найти мне шнурок для того, чтобы я в дальнейшем пользовался микрофончиками, которые мы купили. Нашли тут плетеные. Блин, понравился лимонный. Где он тут? Вон, а, это здесь надо выбирать, да. Но его, к сожалению, нет нужной мне длины. Именно тот цвет, который я хотел. Ну, вы поняли, да, это история. Повесить какой-нибудь вот такой шнурочек и сюда микрофончик. Че? Ну, это как раз то, что я тебе показывала. Мне он нравится, только он очень длинный. Так его можно регулировать, делать короче. Видишь, за вот эти вот штучки тянешь, и оно поднимается. Да очень вверх. Много шнурков получается, ну, тогда. Да. Вот это мне не нравится. А еще я вам хотел сказать, что Катюхе наконец-то установил Spotify. И теперь ты будешь с нормальной музыкой. Я купил этот аккаунт на Авито, турецкий, ее добавили в семью, заплатил я 1200 рублей за 4 года. Вообще недорого получается. Ранее Катя никогда не ставила себе спотик, и пришлось мой аккаунт в App Store добавить, скачать, и потом снова твой. Зато вот, смотри, какой геморрой. Цвет есть. А вот этот, да, прикольно. Это то же самое, по бокам то, что висит. Слушай, ну есть вот такая штучка. Ну, тоже прикольный. Я хотел бы либо черный, либо лимонный. Такая машина чистая. Блин, и царапки эти меня прям раздражают. Мы изначально в ТЦ зашли за ремешками, вот, и неожиданно забежали в Бифри. Просто Андрей вспомнил то, что мне когда-то понравилась вот эта жилетка, а подруга сказала, да ты будешь как ремонтник выглядеть, будет стрёмно. А я так влюбилась в эту жилетку, Андрей говорит, давай все-таки ее купим. И вот мы зашли, нашли ее и заодно... Покажи еще топик свой. Не знаю, куда вообще снимать. Потому что у тебя тут три штуки. Вот это верху сниму. Классно, классно. И штанишки. У тебя такие песочные, теперь будут еще да. И черные, и жилетка. Ну все, давай, раздевайся, и я могу оплатить. Спасибо. Пожалуйста.